Что нужно сделать? Можете сказать? А, вы забыли, что надо сделать. Кто знает, что нужно сделать? Нужно вытащить, конечно, нужно вытащить. Пожалуйста, просто покажите, ну... Так, не-не-не, силу не применять ни в коем случае. Так, а получается? Так, не получается. Не получается. Так, хорошо. Так, давайте так. Те, кто считают, что они знают, как его вытащить, просто выйдите к доске. Все, кто считают, что знают, как его вытащить. А? Так, все, вы не знаете. Садитесь. Следующая. Все, все, не знаю. Видно, что не знаете. Ребята, здесь догадаться вот так вот, просто подергав, невозможно. Нет, следующий. Ну все, видно, что не знаете. Вот, видно, что вы не знаете. И вы тоже не... Опа! Опа! А вот вы знаете. Отлично, не выдавайте секрет. Положите его туда. Так... Да, отойдите отсюда, но потом вы будете рассказывать свой секрет. Дайте следующему. Интересно, они успели понять ваш секрет мастерства или нет? Все, все, видно, что вы не поняли. Следующее. Заметьте, на ваших глазах. Он вынул. Ага, сумела. Так. Да надо, надо. А вот зря. Настоящий профессионал справился бы, что называется, на виду у людей, и все равно бы ничего не поняли. Так. Уже два раза, заметьте. А все равно секрет непонятен. Ага, справился. Давайте назад, вот туда. Справился, отлично. Нет, почему? Уже тоже немножко перевернули. Нет, то, что они узнали грань, через которую тащить, это, конечно, уже все. Это, за эту грань они будут держаться. Нет, ну, смотрите, стоп! Коль, на твоих глазах чудо произошло. Ребята, а вот это и называется обучение. Смотрите, она поняла. Ура! Ура! Так, следующий. Замечательно. Так. Нет, там надо не в том дело, что рукой тащить, а как тащить. Да, вот справился. Отлично. Так, давайте. Замечательно. Ну и теперь слово первооткрывателю. А вы понимаете, что вы показываете не ту грань? Вот. Да, да. Шар в отверстие круглом тоже будет мешать треугольник. Не треугольник, это тетраэдр. Ну, да, 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 отлично. Вдвоем треугольник тоже получится, мешает же шар. Да, потому что шар слишком большой, да. Да. Здесь, если так пытаться,
если пойти по ребру... Вы понимаете, что не видно ничего? Ваши пальцы... Ребро. Да. Если пойти по ребру, он входит. Вот тут очень хорошо вы сейчас показываете. И да. О, чуть-чуть поверните кубик. Да, 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 вот так, отлично. Да. Так, и давайте еще раз. Да, отлично. Давайте, давайте. Надо, чтобы вот вышел. Очень хорошо сейчас все видно. Так, вышел. Вышел. Да, и теперь назад. Точно так же. Да, да, да. Нет, не так. А вот так надо, чтобы ребро тетраэдра было вдоль диагонали. Идеально. Спасибо. Вы все объяснили. Ну, замечательно. Замечательно. Нет, это придумал, конечно, вовсе не я. Это, ребят, замечательная конструкция. Как связан тетраэдр и куб? Если взять половину вершин куба, ну, то есть в шахматном порядке, что называется, то как раз получается тетраэдр. Коль, пожалуйста, еще раз объясни всем. Покажи тот самый тетраэдр. Да-да-да. Нет, не в сам процесс, а мне нужно, чтобы... Не процесс, вот да. Тетраэдр. Да. Смотрите, у него противоположные ребра и перпендикулярно. Это все увидели? Да. Как, тетраэдр, все можете представить? Не так важно, что вы сейчас видите. Важно, что у тетраэдра 4 вершины. Они все одной длины, совершенно верно. Не надо, они поймут и так. Вот. Это аналог треугольников, только в пространстве. Да, конечно. Ну хорошо, нарисуй, ладно. Вот такую картинку. Да. Совершенно верно. Именно так тетраэдр устроен. Ну и вот здесь 90 градусов. Ну, они не пересекаются, это противоположные ребра. Но они действительно перпендикулярны. Да. А как это связано с кубом? Ну, если взять куб и у куба половину вершин в шахматном порядке, то как раз получится. Вот именно так, да. Если взять вот именно эти вершины, за которые он сейчас пальцами держится у куба, то получится тетраэдр. И в этом вся идея. Так, отлично, спасибо. Коль, давай следующий свой фокус. Так, следующий фокус. Тут надо внимательно смотреть. Очень хорошо. Это слишком быстро, они не успевают увидеть. Так, теперь надо объяснить идею. Все-таки как же это устроено, правда? Как это устроено? Ну вот я показываю. Смотрите, у вас есть тут 3 ниточки. Да. Я правильно понял, что они красная, желтая, зеленая? Скажи еще раз, ты же из камеры успел убежать. Да. Да, отлично. Ну, соответственно, есть несколько степеней подвижности. Ну, хорошо, ладно, это уже дальше надо сильнее играть. Так, и последняя штучка. Все поняли идею? Да. Он давит с разной силой на деревяшку. И, соответственно, клоун подпрыгивает. Если можно, чуть-чуть поверни, Коль. Потому что, да-да-да, вот так.
Да? Ну все, спасибо, давай. На этом остановим.